You know, I never liked that technique because it was always. Вы знаете, технику эту я никогда не любил, потому что она всегда была трудной. You travel around the world and you get different legal tests from you. Путешествуешь по всему миру, и каждый пытается тебя испытать. But once you find an understanding inside yourself. Но как только внутри у вас появится понимание, then the technique starts to work. Тогда техника начинает работать. It changes the whole point of the technique then for me. Для меня эта техника выглядит совершенно по-другому. Then there's ура. Потом ура. Toes to toes. Пальцы к пальцам. Extend it away from you, but from the Takemusu. Расширение, выталкивайте от себя. Помните Takemusu. You've got stable hips to be able to extend from those stable hips. В момент расширения вы должны сохранять устойчивое положение бедер. You don't have to lean. Вы не должны наклоняться. Okay. Take them round. Проведите по кругу. The end's always the same. В конце все то же самое. The arm needs to be parallel with the shoulders. А рука должна быть продолжением линии плеч. Понимаешь?